Привет из Крыма! Привет, из Утеса! Ну что, мы как добропорядочные крымчане дождались внутреннего туризма и идем заселяться в один из санаторий. Да. Покажем, как это все работает внутри сейчас. Сделаем обзорчик. Туризм. На входе померили температуру нам всем. На въезде даже буквально. Насчет масок пока не знаем, где их одевать, где нет, но скорее всего в помещениях. Вот, и маски в помещении присутствуют другие корпусы. Это дворец княгини Гагариной, мы здесь снимали видео, кто не видел, оставим в описании. Да, все исторические моменты там указаны, рассказаны, чье это имение, откуда оно взялось. Оформляемся. В ГОЗе целая программа развлекательных мероприятий. Смотрите, сегодня у нас что? Среда? Вторник. Восточные танцы, мастер-класс для детей. Мультляндия плюс игры, мастер-класс для взрослых, кинофильм, музыкальный час, мини-диско. Здесь соревнования по теннису, йога, караоке и танцы. Так, дополнительные услуги, значит, со скидками, да? Вот, сами почитайте. Так, чтобы попасть в санаторий, значит, подписываете вот такое вот письмо, да, о том, что вы не пребывали в зарубежных странах, не контактировали с заболевшими. Ну, в общем, здесь вот нужно две справки. Нужно основные две справки о том, что вы не болеете ковид, да, то есть вы в гемотесте, да, и справку от терапевта об эпид-окружении. Ну, то, что вы не контактировали в течение 2 недель с заболевшим. И паспорт. До 1 июля отдыхать могут только крымчане. С 1 июля такие же все требования для жителей, да, для России. Жителей. Мы забрали сейчас вещи, идем заселяться. Ура! У нас 3-й корпус и на 4-м этаже номер 401, по-моему. Мама как будто на отдых приехала, а папа с вещами. Я шофер. Как будто мы на неделю приехали. Гречка, булочки, сало. Я уже мама сказала, где мы живем, какой корпус. Смотрите, сейчас мы идем по такой сосновой или елочной улице. Аллее, да? Нас заселили в корпус, который находится выше. Всего 4 корпуса, из них работает 2. Пока еще. Да, один внизу, возле пляжа, санаторий «Утес». Один вверху. Санаторные книжки оздоровительные, перечень услуг, входящие в стоимость. Аэротерапия, гелиотерапия, таласотерапия, гидрокинонизотерапия. Тут можно... лифт для 5 человек, универсальная команда. Для любителей шахмат. Ух ты, новеньким пахнет все. Кровати и диван. Диван как раз под твой рост. Сверху. Санузел такой аккуратненький, ремонтик свеженький. Шампунь, гель для душа, мыло, полотенечки, туалетная бумага, полотенце для ног. Холодильник. Холодильник есть, да? Какая-то маленький холодильничек, чайничек. Мне сегодня никто не телевизор. Ноги, руки свои складывать, да? Мне только одну подушку дай. Тут жить можно, елки-палки. Пойдем на балкон теперь. О, вот это да! Вот почему нас заселили сюда. Блин, какой клёвый вид! Потому что здесь же видно и мыс Плака, и Аюдак, Партенит, море. У меня в багажнике есть мяч, можно играть в футбол. И баскетбол. Немножечко дворец крыши. Это одеялка его укрыла. С таким видом.
ходила, развешивала тут вещи, чтобы было красиво. Оказывается, тут еще сзади полочки есть, тут есть еще фен и сейф. Здесь тоже как шкафчик, да, и висят тут тремпеля, плечики. Друзья, может, мы еще сегодня в баскетбол поиграем вон там поле, но мы не знаем, мячик есть. Смотрите, а там гора Медведь. С другой стороны, мы не привыкли так смотреть. Вот Александр, баскетбол. Спасибо за приглашение. Все, пока очень нравится, супер. Сейчас будем очень рады. Проверять площадку будем детскую. Яна уже вон побежала. Спортивная, тут еще, да, есть тренажерчик. Все, да, тут сверху детская есть, тут спортивная, тренажерчик. Нет, сделано на высший класс. Пинг-понг есть. Для санатория Утеса. Вот такая площадочка здесь. Поля супер вообще. Елешка, тебе идет спорт. Да? О, спорт, это мир. Наследие оригинального значения. Памятник, фонтан мраморный в античном стиле начала 20 века. Вот такая красота. А это что, ракушка? Да, это кто-то положил сверху. Угу. Вот это вот мрамор. Видишь, какая? На территории, конечно же, есть парковка. Вот КПП, где мы заезжали. И вот здесь, вот чуть ниже, вот машины стоят все. Здесь есть столовая и ресторан. У нас сейчас питание будет в ресторане. Но столовую я тоже вам покажу. Ресторан находится возле вот этой церквушки храма. Да, возле домовой. И посмотри, как на камне сейчас классно солнце ложится. Да, ё-моё. Они так подсвечиваются. Это ж верблюд у твоей сестры. Утром лучше. У нас, кстати, 8:15 прием там какой-то. Да, да, да. Я нашептала, что и уколы будут делать. И в 9 утра у нас завтрак. Ну, может, где-то в 9:30. Начало 20 века. Домовая церковь княгини Гагарина. Она строилась вместе с дворцом в одно и то же время по проекту Краснова. А это ресторан или столовая? Ресторан. Чего вы ушли? В ресторане у нас завтрак с 9 до 10, обед с часу до 2 и ужин с 6 до 7. Спагетти, картошечка. Что у нас здесь? Здесь тоже что-то горяченькое, вкусненькое. Рыба и овощи. Рыба и овощи, хорошо. Говядина с овощами. Говядина. Голубец. Яна, наверное, будет зажаренная. Дайте мне посмотреть. Взял по чуть-чуть всего попробовать. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну, в садике самое. Все очень аппетитно и вкусно. Даже чем. Говядина-то очень нежная. Так, помимо шведского стола, которое вам по путевке положено, да, здесь есть еще отдельно делают пиццу. Ресторан работает как ресторан. Да, то есть ресторан работает как ресторан, в принципе. И на меткость друг друга проверили. И даже травму получили. Пойдешь? Да. Нет. Она уже взрослая. Да, ребенок вырос. Детские игры не играют. Юля, хватит там в телефоне зависать. Да, я...
я же готовлю публикацию в Инстаграм. Все актуальное, все там, все в сторис. Поэтому, кто хочет следить с нами, так сказать, более или менее онлайн, милости просим, Инстаграм Ялта Фэмили, подписывайтесь. Будем рады. Да, он сейчас очень активный. Летит наш черный плащ. Супервумен. Супергерл. Воу! Так, вот еще два корпуса. Уже почти на набережной. Еще чуть-чуть. И между ними бассейн. Бассейн пока еще не запускали. Но к вашему приезду, я думаю, его уже запустят. Ну, бассейн такой довольно-таки глубокий, можно попрыгать, поплавать хорошо. Ну, просто сегодня первооткрыватели, да? Настроенные, надстроенные эллинги утеса. Пляжи санатории, пляжи лечебные. Так, здесь теневые везде навесы, зона с шезлонгами и лечебный пляж. Сейчас пойдем туда на волнорез, на пирс. Так, здесь есть такие вот деревянные раздевалочки. На пляж постоянно завозят гальку, за пляжем следят. Интересно выдается море Мусплака с этой стороны, вот со стороны пляжа. А за ним Мишка одел шапку, значит, жди осадков, примета. А вот начинаются эллинги. Набережная там есть у них. Как трущобы. А тут издалека они, конечно, кто во что гораст. Как эти бразильские фавелы. Если вы смотрели «Орел и Решка», то вы знаете. Ну да, «Орел и Решка» и другие про путешествия, про всякие там. Мы смотрели недавно «Мир наизнанку». Да. Да, тут, конечно, застройка. Это все, ну, чтобы вы понимали, лодочные гаражи, так сказать. 5-7-этажные. Все удивляются, это законно. Ну вот раньше было, видимо, законно. Сейчас не знаю как. Ну все, выключаем. Еще дальше вон что-то настроено, боже, все выше. Знаете, как вот цветочки тянутся к солнцу, так у нас эллинги тоже тянутся к солнцу. Вот и крабики сидят, их тут толпы, конечно, в этих камнях самое то их поискать, но они очень шустрые, только увидят где-то рядом движение, сразу пшух, их нету. Ну что, наловил краб? Они такие шугливые, пипец. А ты думал, будут они дурачки ждать, пока кто-нибудь придет и вы схватит. Яна, он уже полчаса лазит. Что же они, говорит, так быстро убегают?
Яна упала на камнях, там пока крабиков ловила, разбила коленку. Ой-ой-ой, теперь папа говорит, понеси меня. Папе еще нагрузка такая в горочку, я представляю. Я маленькая лялечка, я хочу на ручки. Хочется добавить, что очень классный мягкий матрас и подушка. Вообще супер. Вячеслав, восторг. Да. И мне нравятся вот такие классные лампы. Так, раз, два, три, всем спать. 8 утра. Смотрите, какая тишина. Птички поют. На Мишке шапки нет. Вода как стекло. Здравствуйте. Добрый день. Вы у нас отдыхаете, как я понимаю. Ну, типа того. Расскажите мне нашу книжечку. Нам, знаете, что интересно узнать? Какая у вас есть узкая специализация? Вот, что лучше всего здесь можно подлечить? Лучшим опорно-двигательный аппарат, то есть костно-мышечную систему и соединительную ткань, легочную патологию и верхние дыхательные пути, сердечно-сосудистую, круглолевого органное кровообращение, и нервную систему. Все, спасибо. Сказать то, что вы только что сказали. Что у вас уникальное такое есть. Да, у нас, да, действительно уникальное, потому что, значит, в четырех городах России это есть вакуумет, вон аппарат космической медицины, создается вакуум, человек там такое специальное колбе заносится. Это не баротерапия. Угу. Там он присоединен еще к магниту, имеет магнитотерапию в своей функции. И для людей, которые работают, ну, подводники у нас отдыхали, эти, которые, нет, не космонавты, эти летчики, вот, мы для них присоединяем, там есть еще функция дыхания, и есть специальный аппарат, который присоединяется, прямо вмонтирован в этот, и они еще и дышат кислородом. Ну, в зависимости от, как мы делаем исследования, после этого их и мы дозируем, как это надо. У нас есть и турбатроны 2, у нас калибри, радаротерапия есть, который тоже у нас единственный в Крыму радар. МРТ нет у вас? Нет. МРТ должен делать человек, который в клинике. И он должен быть очень грамотный, потому что от него будет зависеть у меня тракционная терапия. И желательно, чтобы каждый из нас четко делал свою работу. Главврач здесь грамотный. Была врачом сборной Украины, правда, я не уточнил чего. В общем, занималась спиной у детей в Черновцах. Ну, в общем, такая подкованная врач. Приятного аппетита. Что ты поскромненько моя? Да, говорит, могу слона съесть. Кстати, вот большая редкость, мясные сосиски. Вкусные, настоящие, да. Обычно соевые. Это именно вот говяжья такая. Ну, мы опять питались в ресторане. А вот напротив нашего корпуса столовая. Сейчас быстро зайду, покажу вам, как внутри. Камеры хранения. Выглядит вот так. Здесь тоже шведская линия. Прям как в садике пахнет. Как в садике пахнет. Санаторий сейчас частный, да. Сотрудники все отзываются хорошо об инвесторе. Он не жалеет денег на лечебную базу.
Пока мы ходили, кушали туда-сюда, смотрю, появилась... Мы увидели, смотрите, приятного отдыха в Крыму! Вот так. Но мы крымчане! Ну ничего, мы же у себя дома можем отдыхать. Но нас тут убирали явно, да, потому что я вижу, убрано. На пляж ходите? Да! Обычно в путевку включен общий набор процедур. Сюда входят, как правило, соляная комната, соляная шахта с распылением соли, ароматерапия, ингаляции, массажи, массаж одной зоны, большой набор физиопроцедур, нитотерапия, лазеротерапия. Да, это входит в обычную путевку. Есть, сейчас мы закупили там ряд нового оборудования, процедуры на этом оборудовании уже не входят в путевку. Человек может там докупить их по желанию, если, по согласованию с врачом, если ему это надо, там хочется что-то какие-то подлечить, там дополнительные заболевания, заболевания, которые являются сопутствующими. Тогда он уже по согласованию с врачом может докупить какие-то процедуры. Но, в принципе, как правило, наверное, хватает даже вот основного набора процедур, диагностических исследований. Если человек приехал по направлению кардиология, то кардиограмму ему назначат. Если ему не надо кардиограмму назначать, да, но он хочет, ну тогда по согласованию с врачом он может попросить, но ему тогда за дополнительные платы эту кардиограмму уже назначат. Нет, лучше всего, конечно, смотреть цену на сайте, потому что мы сейчас используем так называемое динамическое ценообразование. То есть на те периоды, когда, конечно же, меньше всего спроса, цена начинается с самой низкой. Да? И как только спрос возрастает, и цена, соответственно, со спросом начинает понемногу подниматься. Да? Ну, в пиковые дни, в дни пикового спроса, не знаю, конец июля, начало августа, конечно, цена может вырасти чуть выше, чем другие периоды, даже летом. Ну, это поэтому, так везде, и в частном секторе. Да, самую актуальную цену лучше смотреть на сайте. Ну, допустим, сейчас, конечно, так как мы работаем для крымчан, сейчас цена там самая интересная, там, порядка 1500 рублей на человека в сутки. Сюда входит и трехразовое питание, и лечение. Да ладно? В июне, да? Что, успейте, ну, крымчане, вот, отдохнуть, да, до 30 июня. До 30 числа, да. У вас есть время. Кстати, у нас... Причем я видела там на платные процедуры еще скидки, да, сейчас? Да, и на дополнительные платные процедуры, на все это новое оборудование мы тоже сделали скидку сейчас 50%. А еще у нас будет розыгрыш в Инстаграме, как уже по традиции, да, вот у санатория «Утес», вот, Александр представитель. Есть инстаграм-аккаунт, они тоже его развивают, вот. Ну и решили сделать для вас приятное. То есть разыгрывать будем 50% скидку на путевку. На одного человека. На одного человека, да. Нет, на двух человек, на один номер. В принципе, на один номер, при один номер на любой период, любое количество человек в номере, ну до 4 человек. Тот, кто выиграет, забронирует путевку, купит путевку в номер на себя, на членов своих семей, на один номер, и получит в общем на все проживание, на проживание, питание, лечение скидку 50%. Ого, вот это обалдеть. Вообще круто. Так что надо срочно участвовать. Да, все условия розыгрыша будут в Инстаграме, в описании тоже. При наличии номеров на сайте делают бронирование, они получат специальный промокод, свяжутся с нашим менеджером, бронируют там через сайт, либо напрямую, и просто получают, да, скидку 50%. Отлично, промокод мы вам в личку скинем тому, кто победит. Так, друзья, мы уже надули пончик. Сейчас надуваем еще клубничку. Она вот так быстро надувается. Вам слышно или нет, я не знаю. Папа дует. Да. Сейчас дует клубничку. Едем в далекие края. Хорошие соседи нам в окна стучат. Как классно! С ветерком. Пока папа дует клубничку, я тут катаюсь на гелике. Он у меня почти разрядился. Ну, сейчас он полностью разрядится. Матрас на ножках. Яна готова. Давай. Пляжница. Так, сегодня 17 июня. Вода 22, воздух 28. Супер. Волнения практически нет. Яна уже бежит купаться. Уже клубничка пошла в воду. Ай,
какая водичка прозрачная сегодня. Ой, кайф вообще. Правда, немножко медузок есть. 23. Класс, вода вообще. Да. Мои товарищи, походу, себе тенек еще устраивают. Крыша. Ой, ой, как лапку поднял. Давай посмотрим, что он будет дальше делать. Взрыснул такой. Можно взять в аренду сабборды, поплавать к скалам, к трем сестрам, к верблюду и вокруг. Хорошо гребут. Группа в полосатых купальниках. Все ушли, по-моему, на обед. Мы обед не пропустим. Нет, нет, не волнуйся, не пропустим. Я очень хочу кушать уже. Да, все ушли. Вообще никого на пляже не осталось. Все ушли. Кстати, забыли совсем сказать. На пляже имеется туалет и душ. Ой, какой аромат клевый. Так, здесь уже проводят экскурсии. Стоимость проезда на электрокаре 30 рублей. А он еще вырастет, да? Конечно, ну, да. Он красный, да? Да. Ой, все там чешется. Давай потешу. Ой. В ресторане очень вкусная, тоненькая, да, пицца, как итальянская, хрустящая. Та-дам. Фирменное мороженое «Утес». Полный ассортимент практически, да, мороженого, которое делают сами. Все натурально. Есть крымская лаванда с добавлением лаванды. Николина, только здесь такое есть. Мы покушали уже. Мороженка даже мне мама разрешила. Ну, идем в номер переварить все, что наели. А потом пойдем играть в баскетбол. Наверное, вам не будем показывать, потому что вчера уже снимали. Ну что, поехали домой, братва. Не хочется, но надо. Нас ждут новые горизонты. Новые. Да, крымские путешествия. Янка обгорела, меня опять покусали, блин. У меня спина вся красная. Там, где у меня купальник, там купальник такой, да, крестиком. Все загорело, все красное было. А вот эти вот крестик остался, и он белый. Дорогие крымчане, мои дорогие любимые. Успейте отдохнуть до 1 июля. Я так вот желаю, чтобы вы хоть этим летом, хоть немножечко оставшиеся эти дни успели отдохнуть в санаториях. Потому что мы в основном только работаем и видим что? Только дом, работу и ничего больше. Поедьте в санаторий. Хотя бы на несколько дней. Получите удовольствие. Хотя бы на 3 дня, да. Сходите на пляж, в конце концов. Потому что многие местные пляж видят один раз за сезон. Потому что все-таки с 1 июля, я думаю, придет очень много народу. Потому что у нас дорогие наши материковцы, так сказать, да? Они тоже ждут, они хотят в Крым.
Я думаю, что здесь будет тоже все забито, и придется нашим местным ребятам опять трудиться, не покладая рук и не поднимая головы. Участвуйте в розыгрыше. Кстати, обязательно поучаствуйте, это очень интересное предложение. Да. Половина стоимости от всей путевки выиграть, но все проживание, это просто бомба. В одном номере. Да, для одного номера полностью, не для человека. Для все, номера. Подписывайтесь на канал. Ласточки передают вам привет. Смотрите, как кружат. Закружили нас. Кому понравилось, поддержите лайком. Всем пока-пока. И добро пожаловать на отдых. Лентяй этот. Вообще так на пляж, да, водить? 100 метров до стоянки мы тут едем. Да, я.